Давай, выходи и сразу вступай ко мне. Тут просто два Абрамса стоят, никто их не трогает. Всем привет! Первый раз записываю свой голос как бы вне видео непосредственно. Получается так, то что я Будешь ящиком. пишу видео своей записи откаты через Ты на AMD технике Studio катался уже? и не могу сделать активацию голосом по одной простой причине, потому что у меня есть А, маленький все, да, ребенок, понял. и он тупо не даст нормально писать, Все, либо давай, будет прыгаем. много лишнего, что не должно попадать в видео. Вот. Ну, мне 520 часов. И поэтому Еще активация ничего не кнопкой. значит. А, кнопка активация именно зеленого канала в складе. Угу, Все хорошо. остальные складной каналы. Пока и прыгай в этот общий Вадим. канал меня не слышно. Вот, тип предлагает мне вступить в его в отряд, потому что два танка стоят, и ими никто не пользуется. Решил покатать на танке, как мехвод. Вот, тут делал небольшие настройки, потому что буквально на днях перестановил Windows и еще не все восстановил. Кстати, лайфхак, кому интересно, очень удобно F1 нажми. Использовать голосовые чаты на мышке, когда есть кнопки сбоку. Вот, и я перекидываю на V и B, это мини-карту. Потому что очень тянуться до M очень далеко. Поэтому я перекидываю их ближе, а голосовые каналы перекидываю на мышку полностью. За исключением складного канала. Наш мраб? Ты про тот, который стоит? Вот я говорю то, что вижу мраб там наш на карте, я видел, он стоит ну, да. пустой, его кто-то влупил, походу. Да, вот он. Так, даю метку. Так, играю в сквад с лета, затянуло, кроме сквада больше ни во что не играю. А, буквально, может, месяц назад больше решил записывать 315? Видео. Ну и вот как так, пока это немножко тяжело дается. Погоди, а ну остановись. А, кого-то видел. Мимо снаряд только что пролетел вот здесь. Это дальность, так стоим. Я не понял, это живой или нет? Я когда сидел за рулем, тоже не сразу понял. Да, живой, становись к нему мордой. Я походу слишком сильно довернул, потому что я не вижу, где враг, откуда он стоит. Бью по нему, бью. Ему прямо. Да, сразу. Ну тут только перестрел. Давай, давай. Давай. Прикольно механика. Он либо долбит кувалдой, либо ключом, а разводной, а трещотный круг. Ну тут все, тут стип. А Чайлз. Хотя живем, че. Решил уже пехом поиграть вместе с ним. Он медик Лечь. Не признал своего. А, ребята, к нам я тебя подлечу. Такое в складе часто бывает. Частенько от своих больше получаешь, чем от чужих. Из-за того, что попадаются новички, которые совсем получают форму. Ну, либо так вот на неожиданности. На данном видео я играю на модном сервере, прицел еще не дергается. Откатили там прицел. Здесь интересно сделана система хабов. Вот это хаб. Как бы если кто-то играет на официальных серверах, там они совершенно другие. Вот эти проще ставить намного. Ну и прикрытия у них нету тоже.
берет меня. И, собственно, на этом игра закончится. Всем спасибо. Крепчайше. Более интересный контент.